Действительно, так и есть. Выбивается бомба на центре, он ее успевает увидеть в последнюю секунду. Уходит в район зелени малых песков, но тут уже очень тяжело, никого нет. Но он дает еще один минус, да что ж такое, третьего заберет, да ладно! Это какие-то пряники от Кешандра, друзья. Он зашел в мейн? Зашел в мейн. Должен минусовать там хотя бы одного. Худжи минус пока дает, а где же... Красавчик, очень важные киллы делает Худжи. Вот здесь включается Мир, который прятался в мейне до самого конца. Минус 3 от Мира. Сражается как спартанец, как лев. Подожди, тут не все потеряно. Киберфокус один против троих. Выключает Мусамбу. Не дает бомбе добраться до бомбунта. И вот теперь самое интересное. Начинается фокус. Еще один. Джибрикса забрал. Уже один на один. Мутирис. Ну вот теперь... Мутирис ставит бомбу. Граната влетает от Кибер. Он продолжает играть на АВП. Рискованное решение. Но Роман Дергач тащит клатч 1-3. Быстрые раунды, может быть, принесли больше успеха команде Торпеда. Пока что они просто нарываются на отстрел, минус от Джиара, ну и теперь уже... Ну, второй тоже должен обеспечить он, по стрельбе у него все очень хорошо, как вчера, так и сегодня, да. Мы уже это видели не раз, может, и третий минус сделает. Вот такими, и вот четвертый тогда минус уже, да. Ох, хорошо, и бомбу принесли. Есть еще, конечно, порох в пороховницах, есть еще возможность забрать пятого. В общем, пятый сам Михаил Дитцев, кстати, проспял, он забирает его. Да что ж такое, ну давай. Джиар, давай, соберись. И вот так, красавчик, эйс есть. Ну, первый минус от Аркейда, от Колди, но сразу же два минуса от Чоппера. Хотя, подождите, Колди, один красный, может, и возьмут еще? Здесь надо было... О, Колди божила! О, вот это жесть!